Всем привет, это программа «Репортер», я Алексей Коноплев. И сегодня у меня замечательная новость для всех автомобилистов. В Самаре появилась служба доставки еды в пробку. Стоя где-нибудь на Новосадовой, теперь можно заказать прямо в машину кофе, бутерброд или пирожное. Ну, представьте себе картину. Звоните и говорите: «Привезите мне заказ в крайний ряд в 100 метрах от светофора». По-моему, идея прекрасная. Как это выглядит на самом деле, смотрите в следующем сюжете. Раннее утро, улица Новосадовая. Автолюбителей здесь уже давно ничем не удивить. Многочасовые пробки вместо зарядки и рассветное солнце на завтрак. Одна из центральных магистралей города стоит так давно, что у каждого из водителей уже свое хобби появилось. Кто кино смотрит, кто музыку слушает, кто о перекусе мечтает, а кто-то с недавних пор эти мечты исполняет. Мы занимаемся доставкой правильной еды и решили, что неплохо было бы добавить в Самаре еды в пробку, потому что большинство людей не успевают банально перекусить по пути на работу, а чтобы успеть на работу, никто не хочет куда-то заезжать. Вызволить самарских автовладельцев из голодного плена решились водители из Тольятти. Им и своих пробок всегда хватало. Теперь каждое утро стоят в самарских. Ежедневно они гонят из Автограда в Самару, торопятся к местному часу пик. В багажнике только самое необходимое – кофеварка, холодильник, пара микроволновок и куча еды. Кофе, экспрессо, американо, латте, капучино, шоколад, мокачино. То есть 6 видов кофе. Вот. Кладется 2 сахара. И ложечка. И подается. А здесь у нас, собственно, еда. Здесь хранятся в холодильнике сэндвичи. Вот. Но для более, чтобы более вкусные были, мы их подогреваем. В сэндвиче находится курица, салат, соответственно, и творожный сыр. Вот, и салфеточку с жвачкой, зубочисткой. Да? И подаем. Нести добро и килокалории в массы тольяттинцы ради эксперимента решили на Новосадовой. Пока. Повара на колесах, как никто, знают, работать на голодный желудок плохо, поэтому для начала решили кормить всех страждущих перед рабочим днем. Места в пробках выбрали просто для антуража. Думали, в них заказы отпускать проще. Лишь потом поняли, горячим самарским дискуссиям о дорогах их горяченького давно не хватало. Так получилось, это случайное обстоятельство. Изначально этот проект мы планировали запустить еще несколько месяцев назад, когда не было никакой информации о перекрытии и о планируемых работах. Место по Новосадовой было выбрано случайным образом из-за того, что здесь есть удобные транспортные отступы, где можно припарковаться и остановиться клиентом. Здесь это все по пути. Для того, чтобы обслужить одного клиента, нам нужно всего порядка 2 минут. Еда на колесах теперь рискует и все американские закусочные по популярности обогнать. Тольяттинцы разом всем угодили. Любителям фастфуда тут всегда сэндвич предложат. Приверженцам здорового питания тот же сэндвич с пометкой «из злаков». Никаких жиров и углеводов, минимум калорий и максимум витаминов. Цены, как в любом ресторане, продукты свежие, руки у продавцов чистые. А услуга даже для них самих стала неожиданно популярной. На данный момент мы тестируем это направление с помощью одной машины. В дальнейшем планируется увеличение машин до 8. Точки расположения пока что уточняются. Будем просматривать, собирать статистику по пробкам и уже размещать дальше информацию в социальных сетях. Как только увеличится клиентский трафик, мы добавим сюда завтраки, которые будут горячими подаваться клиенту, и живые йогурты, которые мы сами делаем на нашей кухне. Чтобы прославиться в Самаре, тольяттинцам даже реклама не нужна. Местные дорожники для них теперь лучшие друзья и пиарщики. Уже на следующей неделе они планируют закрыть на ремонт еще один участок Московского шоссе. Тольяттинцы, в свою очередь, обещают открыть тут свою точку. А всем, кто своим глазам и животам не верит, предлагают протестировать новую услугу лично. Главное – утренние пробки не объезжать. Ну, теперь вы знаете, где можно позавтракать с утра. Может, завтра и я там буду. Увидимся в самарской пробке и в вашем телевизоре. Пока!